Здравствуйте! Сегодня необычное погружение нашей желтой подводной лодки. Можно даже сказать, это будет специальный выпуск программы Yellow Submarine. Вот почему 33 года, почти вот день в день, 25 июля 1980 года, печальная дата в нашей истории, ну, во всяком случае, может, не для всех, но для меня это точно, ушел Владимир Семенович Высоцкий из жизни. Напомню, 1980 год, июль, это разгар Олимпиады. Олимпиады, которая проигнорировала большую часть, как мы говорим, цивилизованного мира. Тем не менее, Москва была буквально вычищена от людей, от элементов, как тогда говорили милиционеры, от различных неправильных элементов. И, честно могу вам сказать, запах краски, новой такой свежей краски, он преследовал людей практически тогда повсюду. Там, где не успели что-то доделать, то краской как бы закрашивалась даже просто либо фанера, либо картон в тех местах, где должна быть бетонная либо каменная стена. Ну да бог с этим, не важно. Важно то, что, так сказать, тем не менее, Олимпиада шла, и я работал журналистом по освещению этой Олимпиады, делал так называемое киносаммари, каждый день снимал главные события Олимпиады, и вместе с друзьями мы делали такие... посылали по всему миру для того, чтобы мир все-таки знал, что в Москве не просто Олимпиада, которой объявлен бойкот, а что-то такое происходит. Так вот, 25 числа я вошел в родное Останкино и понял, что что-то не то, что-то произошло. Обычно, когда мы шли мимо дверей аппаратных, различных, то даже не заходя в аппаратные, можно было... услышать и понять, какая редакция там работает. Где-то делался там спектакль, где-то делалась музыкальная программа, где-то делалось спортивные состязания по звуку. А тут практически из всех аппаратных тихо, но звучали песни Высоцкого. И одна песня звучала чаще всего. Это была песня «Беда». «Беда» в исполнении и Марины Влади, и самого Высоцкого, но чаще всего она звучала в исполнении Аллы Пугачевой. «Беда». Вот с этой песни, с этим словом в Останкино и, во всяком случае, в мою жизнь вошла «Беда». «Беда» ушел Владимир Высоцкий. Я тогда... Таганку знал, наверное, как большинство из тех, кто приезжал в Москву. Я очень хотел туда попасть, но даже мне, телевизионному сотруднику, вроде человеку, так сказать, близкому к театральному миру, туда было попасть достаточно сложно. И все-таки я пытался смотреть все премьеры. Тем не менее, повторяю, это было сложно, и для меня было полной неожиданностью, когда... В начале 90-го года у меня дома раздался телефонный звонок. Алло, это Владимир Мукусев? Да, это Владимир Мукусев. Это Юрий Петрович Любимов. Володя, вы не могли бы к нам приехать в театр? У нас к вам есть серьезное предложение. Конечно, я через час был на Таганке, в театре. Вхожу в зал, а в зале идет собрание. То ли профсоюзное, то ли какое-то производственное, не знаю, совещание. Юрий Петрович стоит спиной к сцене, а в зале вся Таганка. Не только актеры, не только труппа, но и все службы, все, как я понимаю, работники этого театра. Практически полный зал. Увидев меня, Юрий Петрович сказал: так, все, мы с этим закончили, что-то там обсуждалось до этого, а вы, Владимир, идите сюда. Ну, наверное, представлять его не нужно, а действительно, 4 года до этого я практически каждую пятницу приходил с телевизионных экранов в программе «Взгляд» и, в общем, был достаточно тогда, во всяком случае, популярным человеком. Вот Владимир Мукусев, я считаю, что он будет достойным депутатом Таганки в будущем Верховном Совете Российской Федерации. Для меня, честно могу сказать, это предложение, прозвучавшее, да еще в такой аудитории, было достаточно неожиданным. «Прошу вас на сцену», — сказал Юрий Петрович. Я поднялся на сцену,
И вот представьте себе, ну, наверное, большинство из вас так или иначе выступали перед разными аудиториями, ну, хотя бы у себя там дома, да, там, на днях рождения, не знаю где. Для меня аудитория и выступление перед ней, в общем, не то чтобы привычная вещь, но я это, как мне кажется, делать умею, потому что делал достаточно часто. Я поворачиваюсь в зал и вижу всех тех, на кого я смотрел, ну, не обожествляя их, так сказать, но я смотрел на них как неких объяснятелей мне очень многого из того, что происходило тогда в стране. И я замолчал. Что им говорить? Программу свою? Что я буду делать в Верховном Совете, если меня изберут? Говорить какие-то банальности? Я замолчал. Наступила пауза, не мхатовская, таганская. И меня спас, ставший потом мне настоящим близким другом, Вениамин Смехов. Ну, для многих, может быть, Атос, а вообще-то блистательный театральный актер, прежде всего, Вениамин Смехов. Он поднялся и начал читать какой-то кусочек из спектакля. По-моему, это был «9 дней одного года» или какой-то другой спектакль. Но как бы это был некий наказ, некое предложение, что надо делать сегодня в стране, чтобы, так сказать, переустроить Россию. Его подхватил Валера Золотухин. Он что-то прочитал из живого, и они начали играть спектакль. Спектакль в зале, а я был одним зрителем, стоя на сцене. И когда они поняли, что это, так сказать, они же прекрасные, прежде всего, были актеры, они меня спасли. Они сыграли спектакль, не написанный спектакль, из старых своих спектаклей под названием «Депутат Таганки». И тот же Веня Смехов в конце, когда уже было все всем, в общем, понятно, все как бы сыграли свои роли, он сказал: «Да что там, ребята, голосуй за Мукусева, кто за депутата Таганки?» И первый поднял руку. И весь зал поднял руки, и они зааплодировали. «Кто против?» — спросил Любимов. Поднялась одна рука. Это был Иван Бортник. Наступила пауза. Юрий Петрович спросил: «Иван, а вы-то, собственно, почему?» И Бортник голосом промокашки из места встречи «Извинить нельзя» сказал: «Я против, потому что он в трубу вылетит». Все заржали, и, в общем, на этом, так сказать, пафос какой-то такой был закончен. Одним словом, Таганка была для меня в этом смысле, ну что ли, тем местом, теми людьми, которые не побоялись потом писать в своих интервью и рассказывать там в телевизионных передачах о том, что их представлял в Верховном Совете журналист Владимир Мукусев. Почему я об этом рассказываю? Я очень быстро стал на Таганке своим. Не то чтобы я им много помогал, став народным депутатом и депутатом Верховного Совета, но кому-то там помог с квартирой, кому-то еще чем-то. А главное, я пытался помочь дому-музею Высоцкого на Таганке, потому что он тогда только-только рождался, и было очень много людей, которые хотели бы вот там, в Таганском тубике, где этот дом, собственно, рождался, захватить это дорогое, фактически золотое московское место и эти дома, которые там были. Руководил всем этим делом, руководила жена, мама двух детей, двух сыновей Владимира Высоцкого, Людмила Абрамова Высоцкая. Мы подружились с ней, я подружился со всей семьей Высоцкого, стал своим в их семьях, потому что семей там было несколько, самых разных. Многое узнал из того, что происходило в этих семьях и в этой семье. И очень рад, что мы придумали одну историю. Она называлась «День рождения Владимира Высоцкого на Таганке». Каждое 25 января мы такой праздник праздновали. Сегодня это называется «Своя колея». Почему я об этом рассказываю сейчас, в июле, 25 июля? Потому что для меня совместились эти два дня. 25 июля, смерть Высоцкого, и 25 января, день рождения Владимира Высоцкого. В 95-м году я работал в Нижнем Новгороде и сделал там передачу, которую посвятил дню рождения Владимира Высоцкого. И вот мне кажется, что сегодня, вот в эти печальные, что ли, даты, в день смерти, 33 года ведь прошло с тех пор, как Высоцкого не стало, давайте мы все-таки вспомним Высоцкого не ушедшего от нас, а существующего, живого Высоцкого,
во всяком случае, того Высоцкого, которого помню я, и, наверное, которого помните вы. Во всяком случае, вспомните. Итак, 1995 год. Взгляд из Нижнего. Уважаете этого, не уважаете? Это все решит. Дело в том, что Доницетти идет под оркестр. Фортепиано она поет. Роман «Свидание» Булахова. Это вы решите. Общество. У нас здесь пианистка, девочка с виолончелистом. Там... Где завязывается из разных этих гайдов, который прозвучал, и Глинка, и сразу говорится, Глинка, там, допустим, разлука на всё. То-то, то-то, то-то. Бога ради, они исполнили. Все. Здравствуйте. Доницетти, Гайдн, Глинка, Булахов, признанная классика. Виолончель, скрипка, фортепиано. Если все это вы бы увидели в концертной афише, о чем бы вы подумали? Кому или чему может быть посвящен этот концерт? Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что некоторые из вас с недоумением бы восприняли, что этот концерт посвящен дню рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Почему? Да потому что, если поэтический мир Высоцкого, в общем, достаточно хорошо изучен и известен, то музыкальный мир, музыкальные его пристрастия до последнего времени были, как ни странно, известны мало. И если бы не уникальная находка в архивах музея, дома-музея Высоцкого, то мы бы не знали об этом, может быть, и до сих пор. Вот почему то, что затеивается сейчас в концертном зале «Россия», концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого, будет идти 25 числа, в его день рождения, и там будет звучать классика-классика на первой концертной площадке страны. Но, к сожалению, вы этого всего не увидите. Не увидите этого удивительного, замечательного концерта. Потому что останкинским руководителям не нужен Высоцкий с его поэтическим и с его музыкальным миром. Им нужны деньги. Если вы походите полчаса по останкинским коридорам, то вы точно узнаете, сколько и в какой кабинет нужно принести денег, чтобы твоя передача вышла в эфир. Можно миллионными тиражами подпольно, по-пиратски издавать и продавать пластинки, записи Владимира Высоцкого. Получать за это миллиарды и ни копейки не давать тем, кто имеет на это, в общем-то, эксклюзивное и официальное право. Я имею в виду семью, ведь есть и отец Высоцкого, и мама. Есть двое сыновей, есть уже четыре внука, которые, кстати, не могут услышать песни своего деда, потому что нет в доме магнитофона, ну нет лишних денег. А может быть, правы кремлевские и останкинские паханы, что они не дают возможности Высоцкому снова быть на экране, как тогда, когда был печальный период его жизни и его конец, конец этой жизни. Может быть, они правы, потому что ведь если Высоцкий снова появится на экране и начнет петь, вы снова начнете думать. А это значит, что с этой властью может произойти то же самое, что и с той. Так нужен ли нам сегодня Владимир Высоцкий? Вообще, это человек-легенда, на мой взгляд. Целая эпоха выросла вообще на песнях, на стихах. Певец, актер хороший. Для всех не являлся правдолюбцем. Родители у меня его очень уважают по последней цене. Кумир. Смотрел в точку раньше. Личность. И даже в какой-то степени пророк. Ну, он уже пик популярности прошел так уж давно. Я его очень уважаю. Единственное, что могу сказать. Ну, это такой Владимир Высоцкий. Хорошо. Ну и как он тебе? Хорошо. Это просто всегда был для меня духовно. Когда незнакомый лично, духовно близкий человек, он был и остается. У нас в России человека ценят только после смерти. Лично для меня Высоцкий был замечательным человеком, поэтом. Жалко очень его, конечно. Совесть наша была для нас. И, наверное, осталась пока. А чего уж у вас этой совести здесь нет? От нас не зависит, понимаете. Да. Привозят. Что привозят, мы продаем. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится
моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Алла Отче, чашу эту мимо пролети. Но про туман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не более впереди. Я примерно знаю, как отпразднует день рождения мама Владимира Высоцкого, Нина Максимовна. Она живет сейчас в доме Высоцкого на Малой Грузинской, в том доме, в котором он жил последние годы своей жизни. И, наверное, туда придут, соберутся друзья. Я точно знаю, как отпразднует день рождения отец Высоцкого, Семен Владимирович. Он мне сказал, что он, несмотря на категорический запрет врачей, нальет себе, как он сказал, свои солдатские 100 грамм и выпьет за Володю. Он тоже живет в доме Высоцкого совершенно в другой квартире, где жил Володя и бывал в молодости. Вероятно, отпразднуют или, во всяком случае, отметят день рождения Высоцкого и в доме-музее Высоцкого на Таганке, если успеют, если смогут, если не выживут их до этого момента, коммерческие гадюшники, которые заняли практически уже половину принадлежащих музею Высоцкого помещений. Одного я не знаю. Не знаю, как отметят день рождения своего коллеги в главном доме Высоцкого, в Московском театре на Таганке. Ведь театра-то такого фактически нет. Нет, есть здания, есть сцены. Я говорю о театре. А вернее, есть два театральных коллектива, каждый из которых называет себя театром на Таганке. Конечно, можно поделить стулья, можно поделить вешалки, можно поделить репертуар, можно поделить даже сцену, но нельзя, например, поделить спектакль «Владимир Высоцкий». И горько осознавать, что все эти годы, почти 13 лет, каждый день рождения Высоцкого театр отмечал этим спектаклем. Шел спектакль «Владимир Высоцкий». Сейчас господам, артистам не до Высоцкого, они заняты борьбой. Борьбой за свой театр. Но нельзя поделить ни спектакль, как нельзя поделить, наверное, и самого Владимира Высоцкого. Как больно, что вот эта какая-то чума, какая-то болезнь, какая-то зараза, разъединение, отъединение, отделение захлестнуло и этот блестящий, к сожалению, в прошлом блестящий театральный коллектив. Но как хочется верить, что эта болезнь все-таки не смертельная. Он сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Я этот фестиваль придумала случайно в прошлом году. Ну, как всегда, конечно, нужно в календарные даты. Уж это так, мы все привыкли, мы все совки, мы все на этом воспитаны. Юбилей, значит, мы все помним. Прошел юбилей на какое-то время. Нет, любовь не иссякает. Высоцкого любят и вне юбилеев, это совершенно ясно. Но подходит 25 июля, подходит 25 января. С неизбежностью все начинают говорить только об этом. Все решается именно как бы в свете воспоминаний о Володе. Все там, политика, экономика, грязь на улицах, талантливые чьи-то книги и стихи. Все как бы вот освещается неожиданно включенной памятью про Володю. Но делать каждый раз одно и то же, ну нельзя, ну невозможно. Без конца одни и те же воспоминания, они приедаются. Знаете, вот такая поговорка, поделиться воспоминаниями. Вот когда им делишься, 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 хлоп, кошелек пустой. По 12-му разу уже рассказать, нечего людям рассказать. А они все тянут, тянут эту резину из мочала, как из начала. И вдруг вот придумалось, сделаем такой Володе подарок. 25-е, это кроме того, что Володин день, это
Татьянин день и день студенчества. Я как-то за несколько лет так мало бывала в театрах и не представляла, что происходит. Мне даже было немножко боязно. Театры закрываются, в театры публика не ходит. Актеры мало денег получают, их вот-вот всех переведут на контракты. Они все начнут вымирать с голоду, театр погибнет. И вдруг я вижу, что оно не то, что не погибает, оно совершенно неожиданно первое из всех искусств, уж не знаю, какое является важнейшим для нас сегодня по нашей безграмотности, но первым ожило после всех кризисов искусство театра. И человек берется грубо, как в тумане. Ну, конечно, после гражданской войны нервы у народа завсегда расшатываются. Россия, Борис, и правда, ныне не решительно ведут рассказ. Мы собрали из разных театральных школ, из щукинских выпускников, из любимовских выпускников, из ГИТИСа. У нас был даже театр кукол, был муниципальный Мытищинский театр. Они все живы, они приспосабливаются, интересно приспосабливаются. Нет возможности сделать декорации. Вы знаете, они играют в раздевалке театра, и театр действительно начинается с вешалки. Честь имею, господа! Нет! Господин сержант! Паспорт! Какой паспорт? Без паспорта. Я так и знал. Имя и звание. Преподобный Антоний. Что значит преподобный? Мне собачь кличек не надо. Как ваша фамилия? У меня нет фамилии. Нет фамилии. Понял. Говорите без утайки. Где вы украли халат? Я не крал, там мой собственный. Значит, я солгал, так что ли, получается? Вы повторите, не стесняйтесь. Нет, я думаю, вы просто, вероятно, ошибаетесь. Ошибаюсь. Запомним ваши дерзости. Ошибаюсь. Откуда вы родом-то? Из Падуи. Это где? В каком департаменте? Это в Италии. Я знаю. Я хочу, чтобы он сам сказал. Значит, вы итальянец. Я так и думал. Откуда прибыли к нам? Из рая. Из какого рая? Из какого рая? Это еще что за вздор? Где ваше постоянное место жительства? Там, куда вас носятся души праведных. Театр жив. Трепетный, сиюминутный, зависящий от богатого купца, от управдома, который выгоняет из клуба, от собственных нервов страшных. Жив. Я поля. Влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю. Значит, я живу, и много будет странствий и скитаний. Страна любви, великая страна, и с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна.
но вспять безумцев не поворотить. Они уже согласны завладеть. Любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули. И я поля во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брели в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. И, Максимовна, здесь все так, как при Володе было, да? Да, ну, как вам сказать, Володя фотографии не вывешивал никогда никакие. Вещи все стоят так, кровать выглядит по-другому, потому что здесь обитаю я. Портретов на стене не было, но письменный стол вот так стоял, и это уже 3-е место. Мы переставили сначала у окна, но на него действовало вот это вот костёл разрушенный, ему как-то было неприятно. Потом мы перетащили сюда его. А потом это уже 3-е место, но так как Володя работал ночью, ему было не важно, что к свету спиной. Здесь стояла лампочка, которая сейчас там стоит. Вот здесь стоял магнитофончик у него, и он работал, играл на гитаре, тут же записывал. Именно на этой гитаре или это тоже? Нет, это одна из гитар. У него было 4 гитары. Угу. Значит, вот 3 дома, а 1 в музее революции. Там есть такой стендик, посвященный работникам культуры, среди которых Шукшин, Высоцкий и Райкин. В основном у Володи все происходило вот здесь, на этой кухне. Стол, скамейки – это его конструкции, так сказать. Это он хотел в русском стиле это сделать. И вот это знаменательно, что вот столько банок из-под чая. Чай пили, просто он со всего мира привозил чай, но они эти пустые. Тут уже продолжение, как бы сказать, это без него, его гости, мои гости, чай. И вот современный чай, который нам сейчас различные фирмы представляют. Ну, все здесь, конечно, сделано рукой Марины, хозяйки этого дома. Она, так сказать, свивала это гнездо. Вот. Ну, тут какие-то мелочи, которые появились потом. Ну, понятно, это жилой дом. Да, жилой дом, тут уже немножко по-другому. Все, здесь вот это подарки, ну, как бы сказать, один художник принес вот частицу своего труда. Здесь почти каждая мелочь связана вот с памятью Володи. Почему я так много пишу о войне? Ну, есть 2 причины. Во-первых, это такое гигантское потрясение, которым занималось искусство все, и кино, и театр, и поэзия, безусловно, всегда. Но в основном люди, которые прошли через войну. А сейчас то поколение, которое этого не видело, и, может быть, от чувства досады, что не пришлось в этом
поучаствовать, мы как бы довоевываем в своих песнях. Вот я пишу не просто песни, значит, военные, потому что я не имею права этого делать, я этого не знаю. Хотя много читали, мы воспитаны на материале, мы все дети военных лет. Ну, просто я думаю, что это не песни ретроспекции, а это песни ассоциации. И мне кажется, это интересное явление, что люди, не воевавшие, стали писать о войне, потому что это взгляд современного человека на то время. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат. Оттолкнувшись ногой от Урала, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, и едва не сошло на востоке. Мы не мерим землю шагами, понапрасну цветы деревья. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам атара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. И не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших, просто землю вращают куда захотят. Наши сменные роты на марше, мы ползем, бугорки обнимаем, почки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших, всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свет всех и сразу найдет, где настигнет упор или с тыла. Кто-то там впереди навалился на тот, и земля на мгновенье застыла. И я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом по грязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами со стебли на себя, от себя. Я ушел на фронт в марте 1941 года. Меня призвали как офицера запаса. Очень много ему дали встречи с моими фронтовыми друзьями. Очень много ему дали разговоры. Воспоминания моего младшего брата Алексея Владимировича, который сейчас ушел от нас, умер. Он ему рассказывал о своих фронтовых буднях. Друзья мои рассказывали ему о своих фронтовых буднях. Я о своих. Потом он ко мне в Германию переехал в 1947 году, в январе месяце. Там все его любили, от солдата до генерала. Парень-то он был такой душевный, поэтому к нему также относились. Он бывал и в солдатской столовой, и в офицерской столовой, его везде угощали. Ну и, конечно, он видел сам все это дело.
к сожалению, очень много ушло из любимых им людей. Ушел последним из жизни маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Николай Михайлович Скомороков. Ушел из жизни второй мой друг, с которым Володя был очень близок, это генерал, лейтенант связист Александр Петрович Борисов. До этого ушел из жизни друг нашей семьи, которого Володя боготворил. Это наш легендарный, неповторимый, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Ушли мои друзья. Володя очень здраво подходил ко всему, что было, что он видел. И он предугадал очень многое в своем творчестве. Многое свершилось так, как он предполагал. Вот получилось так, что сейчас очень много ошибок произошло. И, видимо, жизнь их исправит, обязана исправить жизнь. Народ исправит. В этом нет сомнений. Я считаю, что народ не даст погибнуть нашей великой стране и отстоит свое право на жизнь. Семен Владимирович, вы праздновали с ним дни рождения? Конечно. Вот какой вам запомнился больше всего? Я вам должен сказать, что Володя всегда в свой день рождения приходил в мой дом. Они очень друг друга любили. С Евгенией Степановной, с моей второй женой, которая его воспитывала с 9 лет. Она для него делала все, что могла. Он приходил не один, со своими друзьями, сначала с школьными. Потом с ребятами из театра. А что вы дарили Володе на день рождения? Володя сложный был в этом плане человек. Ему угодить было очень трудно. Но он всегда делал вид или воспринимал внешне любой подарок, как тот, который ему хотелось получить. Много я ему разных подарков дарил. Я даже сейчас не помню. Ну хорошо, вот сейчас, через несколько дней, ему снова день рождения. Да, 25-го. Ему было бы 57 лет. 57 лет. 25. Извините, может быть, это немножко бестактно, но все-таки, вот был бы он сейчас здесь, за этим столом, было бы сейчас 25 января. Что бы вы подарили ему? Володе? А? Я бы ему подарил все, что он захотел. Вот, все, что у меня есть, я бы его попросил взять в память о доме отца. Сейчас-то ведь я один, и нет Евгении Степановны. Но для него было бы самым большим подарком, если бы она была жива. Он ее очень любил. Это была любовь взаимная. Крепкая очень. Искренняя любовь. Не славы и не коровы, не тяжкой короны земной. Пошли мне, Господь, второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне, Господь, второго, чтоб не был так одинок. Чтоб было с кем басоваться, аукаться через степь. Для сердца, не для овации, на два голоса спеть. Чтоб кто-нибудь меня понял, не часто, ну хоть разок, из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему, Бог, здорово, такого, как я и он. Начнем с того, что это не кино, вот. А это называется вот кинопроект, и так будет и в титрах написано, что это кинопроект, который называется «Саспенс». «Саспенс» имеет несколько возможных переводов, но вот один из них как бы вот состояние, такое нахождение над поверхностью. Я правильно говорю, Олег? Вот. На самом деле есть еще несколько переводов. Такое жаргонное словечко обозначает какое-то кинонапряжение, вот, и такой американский перевод этого слова. Вот. А кино, в принципе, такая тема взята север-юг, как бы, то есть тема вот нашего взаимоотношения культур, с одной стороны, вот, так скажем, западной культуры такой, вот, а с другой. Вот такой среднеазиатской, южной культуры. Вот это вот как бы наша тема, в том смысле, что это на нас все перекрещивается, через нас проходят эти линии, эти вектора. Как бы это кино не о политике, а о культуре, о религии, там, о человеческом прохождении к чему-то очень важному, светлому. Вообще, мне кажется, что сейчас самая главная проблема, да, как раз всего искусства именно в том и состоит, что оно как бы излишне занимается не своими проблемами, вот, а искусство как бы занималось всегда, по-моему, вот, я не знаю, духом, красотой, вот, а не политикой, не выяснением, кто лучше, там, Ельцин там, или Назарбаев или еще кто-то. Конечно, прокат вряд ли купит эту картину, потому что она сделана, ну, я бы не сказал, что без учета зрительского интереса, но без учета вот такого, что ли, вот мутного коммерческого интереса, когда должно быть определенное количество, не знаю, голых женщин, там, ударов по лицу и так далее. Вот. Но я думаю, что мы организуем, мы будем этим очень тщательно заниматься, судьбой этой картины, и прежде всего и фестивальную, и, надеюсь, телевизионную, вполне возможно, какую-нибудь вот такую тематических каких-то показов, потому что есть люди, которые интересуются кино. Я вот недавно хотел пойти в Элизион на ретроспективу Феллини. При всем моем желании я этого сделать не смог. Вот. Элизион, большой кинотеатр, два зала. Ну, у меня время, правда, было ограничено, но я не попал. Думаю, что я не сравниваю себя с Феллини. Я думаю, что в принципе просто как бы некоммерческий кинематограф, он имеет какую-то судьбу. Я буду этим заниматься. Я хочу, чтобы ее видели. И хочу, чтобы, в общем-то, мне кажется, в ней есть что-то, что, в общем, ну как бы нужно оценить. И нужно оценить не только вот нам с Олегом, вот там где-нибудь за чашкой чая, как вот мы неплохо так, вот этот кадр. А думаю, что можно как бы вот вынести на зрительский, что ли, суд. Скажи, пожалуйста, вот там в Душанбе, где снимался фильм, и здесь в Мосфильме, то, что снимает картину Никита Высоцкий, это помогало или мешало? Ну, не знаю, скорее это вопрос не ко мне все-таки, но мне, как бы, ну, те люди, с которыми я работал, они, в общем, мы давно вместе, я думаю, они давно к этому привыкли. А что касается, открывало ли это некоторые двери, но вот сейчас, по-моему, вы сами были свидетелем, что не все двери открываются, и эта дверь не открылась бы, если бы не ваша группа съемочная. Вот. Нет, я думаю, что мы работали на общих основаниях.
Ну хорошо, это то, что связано с этой картиной. А по жизни? Ну, по жизни, как бы, это моя жизнь. Я не могу сказать, я не жил никогда другой жизнью. Я не знаю, как бы я жил, там, скажем, если бы я был, там, скажем, я не знаю, там, Мукусев или Иванов. Вот. Но думаю, что в чем-то, наверное, помогает там, привлечь к себе внимание. Допустим, очень просто, там, когда вот в армии меня, там, а ты не сын, там, вот если бы я сказал, что сын, меня бы, наверное, в наряд там не послали бы, там, или как-то. Вот. А в чем-то, наверное, ко мне более требовательно относятся. От меня ждут чего-то большего, там, скажем, я не знаю, и в творчестве, и в жизни. И, наверное, я, бывает, разочаровываю людей, которые ждут от меня чего-то такого особенного. Власти при деньгах ли пригородили, судьба людей швыряет, как коте. Ну как мы место шаха проворонили, нам и этого потомки не простят. Шах расписался в полном, не умеет ни-ни, вот тут его возьми, извини. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятоллах и даже Хамини. Жизнь свою ворота бью рогами, как барат, а мне бы взять Коран и в Тегеран. Ты в Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Холдемейр мы прохлопали, а там на четверть был же наш народ. Плывут у нас по Волге ли, по Кабели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще. Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. Успехи наши трудно вчетвером нести, но каждый коренастый голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следить не за безвременно умершими, уйдать вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, вы дайте только волю, мужики. Вы дайте только волю, мужики. Смотрите, не играть? Открываю. Замечательно. Это? Я зеркало прикрепил. Шкатулка. А это зеркало? Дедушке Володе, что ли? Угу. А кто это ему подарил? Не знаю. А ты что-нибудь знаешь? Ну, закрывай я теперь. А ты знаешь о каких-нибудь вещах? Вы знаете о каких-нибудь вещах, которые здесь есть? Выключи. Я ничего не знаю. Ничего? Кто, чего, кому дарил? Ну, тут патроны, например, лежат. Это чье, не знаешь? Не знаю. Ну, вообще-то о нем не очень много знаем. Мы его не видели никогда. Только на портретах, на фотографиях слышали о нем немного. Вообще, я очень недавно поняла, какие песни. Я раньше, как мне говорили, вот он, Высоцкий, у него такие песни, вот именно гениальные. Это было на словах просто. А когда мы первый раз услышали? Причем, как раз, когда первый раз слышали, мне это вот вбивали в голову, я повторяла, вот там, какой он гениальный, какой он там такой вообще. А в этом году я что, Пушкина приняла, какие потрясающие стихи, какие они легкие, так вот его приняла. Как-то песни. Ну, сразу даже задумываешься. Вот что-то любимое у деда есть? Есть любимые песни. Ну, вот есть вот эта вот песня любимая. Ну, у нас пластинки, старые уже пластинки. И проигрываются очень старые. Мы редко слушаем. У Наташи корабли постоят. А у меня, еще вспомню. Еще здесь лапки. У меня вот... здесь вам не равнина, здесь климат, но идут лавины одна за одной. Вот эту мне песню любимая. Вообще, ну, все так сочеталось, что слова, что голос, и он гитарой себе, ну, все дополнял. Это так подходит, все вот эти вот. Как-то эти песни... Ну, сливаются сами. И музыка, и голос, и слова, и все сливаются в одно. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою сказочной страною. Перед солоно, да горько, кисло-сладкою, голубою, родниковою, ржаною, грязью чавкая жирной, торжавою,
гибнут лошади по стремена, но влекут меня сонной державою, что раскисла, опухла от сна, словно семь заветных лун на пути моем встает, то мне птица Гамаюн надежду подает, душу сбитую утратами, да тратами, душу стертую перекатами, чтобы до крови лоскут истончал. Чаще Господь замечал, чтобы чаще Господь замечал. Дом Высоцкого хотелось бы, чтобы он вырастал. Чтобы он вырастал, как жемчужина вокруг песчинки. Вот мне бы хотелось, чтобы берлинская скульптура, которая сейчас в нашем неуютном, еще недостроенном, таком несоответствующем представлению в нашем доме, чтобы она стояла как песчинка внутри раковины, чтобы на нее наслаивалось слоями какой-то правды, какой-то честности, какого-то целомудрия памяти наслаивалась бы большая жемчужина. Тогда вырастет настоящий музей. С тех пор, как я решилась прийти в музей, я живу вот в этом кольце. Начало, знакомство, молодость. Первый ребенок, второй ребенок, развод, начало, одна и другая, и вот так вот все. Так жить, я не скажу, нельзя. Наверное, можно. Но для этого нужно быть самой таким необыкновенно цельным человеком, как Володя. У меня такой цельности не хватает. И потом к моему положению прибавляется еще одно. Вот в этом бесконечном кольце, которое передо мной повторяется, и которое я бесконечно повторяю, в этом кольце есть не очень, не то, что не очень приятные воспоминания, они все прекрасны для меня, но есть не очень простые для понимания окружающим людям моменты. И вот это кольцо, я же его не одна вижу, я в нем верчусь, как в петле времени, на людях. И на меня смотрят и думают. Кто-то думает, что вот это очень счастливая жизнь. Кто-то думает, что, наверное, я не совсем говорю правду, что я примазываюсь, что я вот как бы хочу в эту жизнь вписаться и занять там какое-то место. По-разному думают. А в наш музей все чаще приходят люди, я не скажу посмотреть на меня, в этом нет ничего интересного, но спрашивают именно почти все о личном, о том, что я не хочу скрывать, не в этом дело, я не хочу это скрывать, но я хочу, чтобы не это было главным. В Володиной жизни нет ничего такого, что нужно скрывать. Но именно потому, что вся его жизнь освещена великим служением великому искусству. Он великий поэт, он великий служитель русского языка. Он именно этим и нужен. Право заглянуть в чужую жизнь
не должно становиться правом заглянуть в чужую замочную скважину. И я сама, ненавидя замоченные скважины, провоцирую как раз на это. Нет такой замочной скважины. Нет таких сквозь нее сведений, которые могут опорочить Володю. Нет. Он настолько громаден, что ни в сегодняшнем дне, ни в завтрашнем не пристанет к нему это. Не пристанет. А что-то хорошее, может быть, я еще могу в музее сделать, какие-то выставки. Я уверена, что выставки я делаю интересные. Через полгода, 25 июля, придя в дом Высоцкого, я увижу Людмилу Высоцкую, Абрамову. Я хочу верить, что у меня хватит сил уйти. Это не значит, что я вообще откажусь от этой работы. Я всегда буду рядом. Но я не хочу висеть, как сыр в мышеловке. Я не хочу заманивать людей в выворачивание на пошлую изнанку Володиной жизни. Я уйду. Володя, я уйду весело, честное слово. Это я пока. У меня еще полгода. Я весело. Оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, и видеть сны? Вот и ответ.